Всем привет, с вами ваш личный фитнес-тренер Артем, и сегодня мы будем делать замечательную тренировку на жиросжигание для всего тела. Все упражнения мы будем делать стоя. Занимайтесь со мной 15-20 минут в день, и отличный результат вам гарантирован. Итак, поехали! Первое упражнение – это ноги вместе, ноги врозь. Делаем его 30 раз. Так, повторяйте за мной. Раз, два, три, четыре, пять, шесть. Обязательно прыгаем на носочках. 9. 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18. Не забываем делать выдох. Молодцы. 21, 22, 23, 24, 25, 26, 27, 28, 29, 30. Великолепно. Следующее упражнение. Поднимаем ручки вверх. Держим баланс на одной ноге. Удерживаем до 20. Раз, два. Ручки сверху складываем. Вместе. 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20. Великолепно. Следующее упражнение – приседания с выпрыгиванием. Делаем 12 раз. Раз, два, три. Напоминаю вам, что колени не выходят за носки. Делаем выдох, когда выпрыгиваем наверх. 5, 6. 8, 9, 10, 11, 12. Супер. Теперь удерживаем баланс на другой ноге. Также считаем до 20. Раз, два, три, четыре, пять, шесть, семь, восемь, девять, десять, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20. Супер. Теперь мы делаем бег с высоким поднятием колена. Делаем 20 раз. Раз, два, три. Молодцы. 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20. Супер. Следующее упражнение. Становимся в такую позицию для удержания баланса. Держим так 20 секунд. Раз, два, три, четыре, пять, шесть, семь, восемь, девять, десять, одиннадцать, двенадцать, тринадцать, четырнадцать, пятнадцать, шестнадцать, семнадцать, восемнадцать, девятнадцать, двадцать. Великолепно. Следующее упражнение. Значит, выпады с выпрыгиванием. Выпад. Делаем выпрыгивание, меняем ноги. Делаем упражнение 12 раз. Раз, два. Делаем выдох, когда выпрыгиваем наверх. Три, четыре, еще пять, шесть, семь, восемь, девять, десять, одиннадцать, двенадцать. Супер. Теперь держим баланс на другой ноге. Также удерживаем 20 секунд. Раз, два, три, четыре, пять. 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20. Супер. Следующее упражнение. Ручки в сторону. Дотрагиваемся ладонью до носочка. Делаем это упражнение 20 раз. Раз, два, три, четыре, пять. Молодцы. 6, 7. 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20. Замечательно. Делаем упражнение ноги вместе, ноги врозь. Раз, два, три, четыре, пять, шесть, семь, восемь, девять. 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20. Великолепно. Следующее упражнение. Становимся в такую позу приседа и удерживаем в такой позиции 20 секунд. Раз, два, три, четыре, пять, шесть, семь, восемь, девять, десять. 12, 12,
замечательно. Следующее упражнение. Следующее упражнение для верхней части спины. Раскрывающееся движение. Закрыли, сделали шаг вперед, раскрылись. Раз, два, великолепно. Четыре, пять, супер. Шесть, семь, восемь, девять, десять, одиннадцать, двенадцать, тринадцать, четырнадцать, пятнадцать, шестнадцать, семнадцать, восемнадцать, девятнадцать, двадцать. Молодцы! Вот мы и закончили сегодняшнюю быструю, но несомненно эффективную тренировку. Занимайтесь со мной ежедневно 15-20 минут в день, сделайте перерыв 2-3 минуты, после чего повторите этот комплекс упражнений снова. С вами был ваш личный фитнес-тренер Артем. Подписывайтесь на мой канал Артем Фитнес, оставляйте ваши комментарии, ставьте лайки, будьте здоровы. Всем пока!